Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна с канала DIY Рукоделие. И сегодня мы с вами попробуем переделать вот такую рамку. У меня она стоит. Ну, она такая деревянная, ни о чем. Я хочу сейчас ее сделать белую и с вензелями. Вот. Поэтому я сейчас вытащу из нее фотографию. Вот у нас вот такая вот чистая рамка. Я буду пользоваться вензелями, вот такими молдами. Ссылка на молды внизу в описании под видео. Вот. И масса, которую я делала, ссылка на массу тоже будет внизу в описании под видео. Единственное, что я делала массу с подсолнечным маслом. Лучше их, это масло заменить маслом детским Johnson's Baby. Вот. В моей массе уже больше недели. Она немножко стала липнуть к рукам, но лепится из нее хорошо. Вот. Сейчас наша рамка, так как она деревянная, я ее пока обрабатывать ничем не буду. И мы сейчас с вами сделаем вензеля вот таким вот образом. А здесь мы пустим маленькие такие вот, это мне сестра делала. Формы сама делала. Ссылка на ее канал тоже внизу в описании будет под видео. В общем, мы оформим сейчас нашу рамочку вот в таком стиле. Вот, смотрите, колдовала на дне где-то минут 20-25, и вот такая вот у меня рамка получилась. Аккуратно, хорошо прижимайте края, чтобы они у вас не отходили потом. К дереву приклеится очень хорошо, наклей ПВА. Если у вас пластиковая рамка, то ее, конечно, лучше сначала оклеить декупажным салфеткой или еще чем-то, потом уже приклеивать. Вот, вот такая у нас получилась рамочка, мы ее отправляем высыхать. Смотрите, наша рамочка все высохла хорошо, не продавливается. Вчера я сделала, сегодня она уже сухая. Сейчас я возьму жесткую кисточку и белую матовую эмаль. Наша рамочка высохла, но я хочу сказать, что какую я допустила ошибку. Надо было ее сначала грунтовать, потому что я белой краской покрывала, чтобы она осталась белой в 3 слоя. Вот, поэтому и где-то краска трескается, потому что много слоев, иначе проступает желтизна. С этой стороны она не была тонирована, рамка, а видите, осталась в 1 слой и белая, а здесь она была тонированная по лицу. Поэтому я делала в 3 слоя, чтобы она стала белой. Сейчас все мы наши вензеля выделим золотом. Для этого я взяла... Так у меня получилось. Акрил.
Вот смотрите, наша рамка готова. Ее можно было оставить чисто белой. Я ее немножко оттенила в золото. Так она не очень, как смотрится, наверное, на камеру, не знаю. Но и так она мне очень нравится. Она как будто под старину стала такая с лепниной. Сейчас мы в нее вставим фотографию. Итак, друзья, у меня получилась вот такая рамка с лепниной. Это тоже эксперимент. Если вам нравятся мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Пишите мне комментарии, и я буду очень вам признательна, если вы поделитесь моими видео. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.